Утро 13-летней Ани начинается, как у всех. Девочка, если ей не в школу, может подольше поспать, потянуться. Впереди весь день, когда нужно сделать много новых дел и почитать любимую книгу о собаководстве. Да, именно эта книга является настольной для девочки, которая мечтает стать кинологом и заниматься разведением собак. В этой книге она узнала много нового, как нужно ухаживать за собаками и что они любят. Как с ними нужно обращаться, например, если его позовешь по кличке к себе, его нельзя ругать, психика будет у него портиться. Его нужно поднимать одной рукой вот так, а другой за грудь, под лапки брать, чтобы у него не нарушились мышцы. Собаку нельзя бить, нельзя на него, нельзя его оставлять намного в одиночестве. Нужно больше внимания, нельзя его кормить сладким, это очень плохо. Нравятся Анечке породистые собаки. Лабрадор, немецкая овчарка и хаски. Кстати, именно о хаске мечтает девочка. Хочу, чтобы у меня был маленький хаски, вырастить его, адресировать, чтобы он меня защищал. Отвечая на вопрос, какая у тебя мечта, девочка задумалась не на шутку. Мечта? Есть мечта, но она больше, чем хаски. Она хочет попасть в Париж, научиться говорить по-французски и увидеть Эйфелеву башню. Большая эта башня, это Эйфелева башня. А пока Анечка, как и все детки детского дома, учится в школе. Люблю физру, изо. Занимается легкой атлетикой, учит стихи, посещает вокальные и танцевальные кружки и подкармливает бездомных собак во дворе.